Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию... Твою мать! Вопрос, это так... В смысле, что-то я ни хрена не понял, на меня только что свалилась наковальня, не знаю откуда, на... Подождите, так, респаун. Я только что хотел записать новую серию жизни ютубера, но... Нет! Я же ее выбросил, в смысле! Ее попросту нет! Так, кто задается вопросом? Эдисон, в смысле нет флешки? Ты же ее выбросил, а потом в прошлой серии угадайки она появилась. Ребята, я записываю ролики наперед. Просто я записываю ролики наперед, они выходят не с той последовательностью, потому что я уезжаю, я не скажу пока куда я уезжаю, если вы будете следить за моим инстаграмом, за моими историями, вы будете знать, где я нахожусь и куда я поехал. Поэтому в ролике немножко перепутались, и та серия угадайки должна была выйти до флешки. Но флешки нет, попросту, я ее реально выкинул в сраную мусорку. Подождите, флешки нет. Я хотел только что записать новую серию жизни ютубера. Я зашел, я умер буквально через 10 секунд после начала. Я нажал респавн, но меня тпхнуло на карту троллинга. На ту самую карту, где последнее время подписчик издевается надо мной каждую серию флешки. Но флешки-то нет! Вот в чем прикол! Как я сюда попал? Ладно. Я не знаю, но я не могу сейчас просто так закончить серию и обратно пойти записывать серию жизни ютубера, потому что, ну, если я сюда попал, значит, я должен был сюда попасть. У меня есть лук, у меня есть стрелы. Я не знаю, серия ли это флешки, или жизнь ютубера, или чего, но... Подождите. Нужны два ключа. Кому нужны два ключа? Ребят, спасите меня, пожалуйста, поставьте лайк, кокос огромнейший на эту серию, если вы не ленивые строкотанцы. Пожалуйста, давайте наберем 30 тысяч лайков. Я не знаю, что происходит, флешки реально нет, серии перепутались уже, потому что из-за этого подписчика я с ума, мать вашу, схожу. Ладно, ничего страшного, мы пройдем. Поставь, пожалуйста, лайкосик прямо сейчас, я тебя прошу. Окей, я пока не понимаю, что происходит, но мне нужно найти два ключа, как здесь написано. У меня есть две комнаты, на этой комнате пока что нет никакой кнопки, я не могу сюда попасть. Зато вот здесь есть кнопка, я могу попасть в эту комнату. Окей, давайте посмотрим, что здесь находится. Тут есть какая-то табличка, на которой написано то, что мне нужно пойти направо. Но я же не послушаюсь эту табличку, поэтому пойду налево. Хрен его знает, что там будет. Меня ж троллят. Окей, тут две нажимные плиты, давайте я лучше перепрыгну. Твою мать! Может, мне реально нужно было направо пойти? Окей, давайте пойдем направо. Я не... Ага, да, зашибись. Тут просто тупик. О, ладно. Значит, мне нужно реально вот сюда пойти. А. Подождите. Я нажал на вот эту нажимную плиту, и я не умер. Или... А на эту я... Еще решил проверить, ядреная мать, то что, убивает она меня или нет. Все, первая, значит, убивает, вторая... Я вижу свет в конце тоннеля из-за этой сраной флешки, которая просто сводит меня с ума. Ладно. Значит, в этой комнате ничего нет. Или есть. Подождите, я вот здесь я пошел налево. Значит, сейчас я могу пойти направо, да, как я понимаю? А что может быть... Подожди, ладно, давайте пойдем на... Твою мать! Твою мать! Не-н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 е! Ху-ху! Чувак, успоко... Хорошая первая комната. Хорошая, мне очень нравится. Мне немножко поджарили задницу, но ничего страшного. Я не понимаю. Я просто не понимаю, что происходит. Ладно, в первой комнате... Появился рычажок! А, да, здесь еще вторая дверь, в которую мне также нужно пройти, поэтому сейчас я добуду... О, и тут кнопочка появилась. Здесь ничего не появилось, значит, я иду... Подождите, а там реально Херабрин меня убил или кто меня убил? Я ничего не понимаю.
где он был вообще? О! Да, я сам, Херобрин, я сам! Да, не надо утруждаться. Я сам, не надо. Я просто решил проверить, все ли там с тобой нормально. Хорошо, давайте мы потопаем в следующую комнату! Я понял. Значит, здесь есть какая-то вагонетка. Тыкаю. Да, подождите. А я же сюда могу перепрыгнуть или нет? Или... Ну, мне кажется, не все так просто. Так почему я нажать не могу? То есть мне еще прыгнуть в воздухе нужно. Ядрёна кочерыжка, мамина мама и мамина перловка. Ждем, я прыгаю. Я просто не могу прыгнуть, потому что надо мной там находится блок. Да как мне допрыгнуть, мать вашу? Как мне допрыгнуть до этой сраной на... Подождите, здесь какая-то кнопка. Прекрасная кнопка, которая меня убивает. Хорошо, давай, иди сюда. Да как мне запрыгнуть на эту вагонетку? Как? Да, Хватит меня, пожалуйста, троллить. Я все понимаю. Ну, это подписчик обнаглел или это подписчица обнаглела, я не знаю. Ёб твою мать. Просто ёб твою... мать вашу. Да как мне допрыгнуть туда, до этой вагонетки? Не вникайте в то, что испытания какие-то слишком жесткие стали в последнее время. Давай. Сейчас я допрыгну. Ага, то есть даже на вот эти рельсы я не могу встать, потому что там просто невидимые блоки. Ждем. Да! О! Наконец-то. Не будите спящего гиганта, пожалуйста. Не будите зверя внутри меня, пожалуйста. Вообще лучше меня не будите. Дайте мне поспать, мать вашу. Да как? Все, я тебя вздрючу. Ладно, туда я попал. Так. Опа, писька. Сам ты писька! Да как мне попасть? А! Дайте мне, пожалуйста, нажать на вот эти кнопки! Ничего не могу понять. Да как мне... Да... Опа! Кто? Ганджурбас. Угу, все понятно. Сам ты Ганджурбас, мать твою! Как мне попасть? Да! Вы сейчас реально разбудите зверя! Да иди сюда, пожалуйста, кнопочка на черном пипипун. Ладно, не буду спорить. А эти кнопки вообще что-то делают или он меня просто троллит? Мне тут дадут, пожалуйста, рычаг или нет? Да как мне попасть? Я уже тут все обстрелял! Я уже просто... Да в жопу эту кнопку здесь и... Да... Твоя мама! Я почти попал. Но почти не считается в нашей жизни, поэтому... Да как, ребята, я снайпер, соберись, Эдисон! Я хоть и снайпер, но не... Сейчас, я соберусь. Ага, нет, пока не собрался. Я соберусь. Я соберу. Я нажал вроде, нет? Ох, я же нажал. Так. Подождите, я могу... Я уже на этом сервере умер 35 раз. Я не могу случайно сюда... Да ты издеваешься, в смысле? Так я поэтому могу хоть... А, нет, не могу. То есть он меня опять затроллил, там есть только один блок, по которому я могу ходить, да? Мать твою. Вот это, да? А чё ж ты мне сразу-то не сказал, сволочь-то такая? Подожди.
Я, оказывается, давным-давно уже попал по этой кнопке, и у меня в инвентаре уже появился рычаг, но я почему-то его уже на протяжении 2-3 минут не замечаю! Ну потому что я думал, то, что там будет опять что-то в чате написано. Писка, пиписка, писка коня или что, еще что-то в этом роде. Все, окей, давайте открываем финальную дверь. Да не здесь, а вот здесь. Фу. Я вернусь. Огромная, мать твою, флешка! Извините, сатана! В смысле? Ребята, спасите, мать вашу, огромная... Не надо возвращаться, пожалуйста, пожалуйста, не надо возвращаться, не надо возвращаться, я тебя прошу, не надо. Мать твою, огромная... Она обещала вернуться.